Добро пожаловать на канал Райской усадьбы. Представляем вашему вниманию теплицу трехскатную. Ширина ее будет составлять 3,7, длина 6. На данном этапе мы собираем каркас. Как соберем, будем крепиться к фундаменту. Теплица комбинированная, поликарбонат и стекло. Также у нас торец один под стекло, вот этот. Другой мы собираем под поликарбонат и обшиваем его сразу. Продолжение монтажа у нас. Каркас собрали уже, скрутили. Также закрепили мы его к фундаменту. Сейчас идет подготовка. Накрутили базу, чтобы можно было перекрывать уже нижнюю часть стеклом. И также будем проклеивать резинками. Унизу уже сделали отливы, прикручены. И снова здравствуйте. Ну что, для вас секунды, прошли для нас часы. Быстренько пробежимся, расскажу, что сделали. Обшили торец поликарбонатом. Второй торец мы еще не подготовили. Он будет под стекло. Также обшили левую и правую стенку стеклом. Осталась у нас крыша под поликарбонат. Ее уже подготовили. Сейчас будем ее перекрывать. И потом переступим к торцу уже. Ну что, на сегодня, наверное, это последнее видео. Монтаж у нас подходит к концу. В принципе, вся теплица уже доделана. Торец мы доделали. Также крышу. Внутри. Так, сейчас зайдем. Внутри система подвески. 4 тросика. Также форточные блоки над термоприводы. Ну и осталось доделать дверь купе. И, в принципе, все.